Добрый день! В эфире новости ЗКГУ. Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова прибыли представители Калмыцкого государственного университета имени Городовикова. 21 сентября в Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова прибыли представители Калмыцкого государственного университета имени Городовикова, проректор по научной работе и внешнему сотрудничеству, кандидат филологических наук, доцент Владимир Очерович Имеев и декан аграрного факультета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Аркадий Конурович Натыров. Гости посетили педагогические и естественно-географические факультеты университета. На педагогическом факультете был проведен круглый стол с участием гостей, на котором представители Калмыцкого государственного университета рассказали о цели своего приезда. Для развития науки и укрепления международных связей было предложено продолжить обмен студентами, осуществление совместных научных проектов, проведение фестивалей науки, конференций, студенческих научных форум. На заседании ученого совета Владимиру Очеровичу Имееву, Аркадию Конуровичу Натырову были присвоены звания почетного профессора Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова. В ответ гости поблагодарили ректорат за высокое звание и выразили надежду на продолжение и углубление связи между двумя университетами. Ректор Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова, доктору педагогических наук, профессору Асхату Салимовичу Имангалиеву была вручена почетная грамота правительства Калмыкии от имени председателя правительства Игоря Зотова.